Меня зовут Юньцзинь. Наконец-то мне выпала честь повстречать тебя. Надеюсь, ты еще почтишь наше выступление своим присутствием. Вот уже некоторое время я руковожу оперной труппой Юньхань. Жизнь отражает оперу, так же, как и опера отражает жизнь. Это моя истинная страсть, и я решила посвятить ей всю свою жизнь. Многие из легенд Ли Юэ повествуют об архонтах и адептах. Поэтому и у большинства опер главная тема – сверхъестественная. Но в этот век человечества мне бы хотелось рассказывать истории простых людей. Я начала тренироваться с копьем для того, чтобы мои боевые выступления на сцене выглядели лучше. Я продолжила заниматься ради освоения техник самозащиты. Полагаю, основы я уже усвоила. В наших будущих спаррингах тебе следует быть осторожней. Шаг! Поднять знамена! Смотри! Объединим усилия!